пациентов, некоторые врачи рекомендуют разработку движений и уточнить диагноз, почему у него нет ротационных движений. То есть вы должны смотреть, вот хотя бы обратить одно внимание, нет ротационных движений, все, уже что-то должны заподозрить. И такие пациенты у нас поступают, ну, месяц один-два пациента поступают с недиагностированным задним выявлением. Пожалуйста, хочу вас обратить внимание, как сказал Александр Львович, нужно обязательно сделать рентген, вот как он говорится, введение. Если вам что-то не ясно, делайте КТ. На КТ уже видно, потому что они поступают к нам поздно, и там головка плеча разбита. Приходится брать, как он говорил, большой трансплантат крыла воздушной и восстанавливать головку плеча. Иногда и конструктивная операция, вот как он рассказывал, приходится делать. Вот на это я хотел обратить внимание, пожалуйста. Ну да, это важная вещь.